News Time. Дорогие друзья, всем привет! С вами Андрей Галтеев. Вы смотрите News Time и прямо сейчас о самых интересных событиях в шоу-бизнесе. News Time. Россия заняла первое место на детском Евровидении. В этом году конкурс прошел в Тбилиси и состоялся в 15-й раз. Победителем стала участница от России 14-летняя Полина Богусевич. News Time. На экраны выходит психологический триллер «Она». В картине описывается жизнь молодой женщины, которая живет в совершенно пустом городе вместе с ребенком. Премьера в кино 30 ноября. Информационный партнер – телеканал Bridge TV «Русский хит». News Time. Петь в караоке у нас давно любят и умеют. Убедиться в этом можно было на праздновании дня рождения караоке-клуба «Дорфман». News Time. Что делать, если душа просит песни? Отличный вариант – это пойти и попеть в караоке. Тем более сегодня клубу «Дорфман» исполняется ровно 9 лет. Здравствуйте. Здравствуйте. А вы кому? Мы Bridge TV. Проходите. Спасибо. На вечеринке в караоке звездные гости приходят не только в качестве выступающих артистов, но и сами оказываются не прочь спеть песни коллег. Караоке, ну да, люблю басту петь там. Скажи мне, мама, сколько стоит моя жизнь? Моя жизнь – это драма, моя душа несется вниз. Бывает, грешен. Чем грешишь обычно? Мне очень нравится вот сейчас последняя песня «Дато», если это не любовь. Илья Зудин пришел на вечер вместе с сыном Матвеем. Если так уж по большому счету, то он на «Легалайза» пришел посмотреть. «Легалайз» не лишает гостей народного хита «Будущие мамы», который в караоке особенно популярен. И меня постоянно отмечают в Инстаграме. Вот, я вижу, конечно, иногда не очень в приличном состоянии людей, ее исполняющих. Но это весело, да, конечно, приятно. День рождения клуба «Дорфман» доказал, что наряду с хит-парадами и концертными сборами популярность артиста в караоке давно стала не менее важным критерием народной любви. News Time. Друзья, на этом все. Вы смотрели News Time. Меня зовут Андрей Галтеев. Пока. News Time.